Добрый день! Мы находимся на площадке «Овощной город». И пора проверить, как схема защиты справилась с фитофторозом и альтернариозом картофеля. К середине августа все растения на контрольном варианте были полностью поражены фитофторозом. И к концу сезона практически все они погибли. По этой причине урожайность товарной фракции составила лишь 6,9 тонн с гектара. А на варианте, где применялась система защиты от компании Сингента, нам удалось сдержать развитие фитофтороза вплоть до конца сезона. И поэтому урожайность товарной фракции на этом варианте составила 35,8 тонн с гектара. Этот год был непростым. Контрольная делянка была полностью уничтожена фитофторозом. И, конечно же, говорить о хорошей урожайности в данном случае не приходится. В отличие от варианта, который был защищен схемой от компании Сингента. Нам удалось сдержать развитие болезни и получить наилучший результат.